Мне звонит неизвестный номер уже сегодня все утро. Неизвестного нет, и мы ничего с вами не можем. Ни написать сообщение, ничего. Мне пошли сообщения в скайп, слышь, ютубер, трубку возьми. Здорово, ебаный ютубер. Ты че моего сына на бабки кинул? Я тебе утром звонил, ты хоть трубку взял. Ты нахуя детей на бабки кидаешь? Как я кидаю вообще? Я слышал, как он, блядь, тебе деньги переводил. Баб ему, я ему деньги скидывал. Я не собираюсь тут с тобой, блядь, выяснять отношения. Чтоб бабки назад, блядь, перечислил. Я тебя, блядь, везде найду, понял? Живи, блядь, и бойся. Ребята, давайте как поддержим, поставим лайк, чтобы, если что, правоохранительные органы знали, что этот ролик смотрели и ставили лайки. Получи возможность превращаться в любого моба. Грифер будет думать, что вы обычная свинья, а в это время в сундуках вы найдете кучу алмазов. Тогда сетните ему его сундуки. Также вы сможете выбрать себе абсолютно любой префикс. Например, префикс антигрифер. Затем посадите этого грифера в тюрьму. Посмотрите на его грустное лицо. Затем напишите на весь сервер, что здесь находится грифер в тюрьме. И посмотрите, как весь сервер обзывает этого грифера. И не забудь поблагодарить фактера. Но затем просто забань этого грифера. Поэтому, если вы хотите ровно так же снимать антигрифер шоу на сервере Сержград, тогда становитесь владельцем сервера, на которого действует скидка. Осталось недолго, всего лишь 3 дня. Заходите, ссылку в описании ролика, и наказывайте абсолютно всех гриферов. Дорогие друзья, у меня срочные новости для вас. Хочу сказать то, что мне сегодня все утро долбят телефон, звонят, просто звонит неизвестный номер. Смотрите, сейчас я вам покажу, вот он мой телефон. Посмотрите сюда, мне звонит неизвестный номер уже сегодня все утро. Смотрите, 10.46, 10.46, вот они сегодня звонили. Я не знаю, один ли это номер звонил или несколько, но это номер неизвестный. Если натыкнуть сюда, то мы смотрим, неизвестного нет, и мы ничего с вами не можем. Ни написать сообщение, ничего, ничего с этим поделать нельзя. То есть это неизвестный абонент, и что с этим делать, я не знаю. Все утро мне сегодня звонили, я трубку, естественно, не брал, потому что никогда не беру трубку от неизвестных номеров. И я не знаю, что это. Мне кажется, что это связано с каналом, как будто мне кто-то хочет либо угрожать, либо что-то хочет со мной сделать, либо отнять, я не знаю. Это очень волнительно, когда кто-то звонит на телефон и еще с неизвестного номера. Вот мой канал, пожалуйста, вот я вроде ничего плохого никому не делал. И если что-то будет намечаться так же дальше, я, конечно же, выложу этот ролик. Пока вот я снимаю просто для информации самого себе. Не знаю, буду ли я вообще что-то выкладывать, дорогие мои друзья. Мне пошли сообщения скайп, слышь, ютубер, трубку возьми. Достаточно грубый, достаточно серьезный. Я думаю, все это связано, если мне полутора звонили на телефон с неизвестного номера, то сейчас мне пишут в скайпе. Я не знаю, что это за контакт, я забыл, что это. Я с ним как-то разговаривал или нет, но сейчас он мне звонит, сейчас попробуем с ним связаться. Возьмем трубку, и я все это записываю, узнаем, кто звонит и зачем. Поэтому давайте сейчас попробуем. В игру зайду только для начала. Давайте будем с вами на сервере в этот момент. Алло. Здорово, ебаный ютубер. Здорово. А вы кто? Я отец Димы. Какого? Ты что моего сына на бабки кинул? Я на бабки кинул? Каким образом? Каким? Таким, блядь. Не, подождите, вы сегодня мне звонили с утра? Которого он тебе перевел сегодня. Я тебе утром звонил, ты хоть трубку взял. Так мне звонить с неизвестного номера, я вообще не беру трубки с неизвестных номеров. Ты нахуя детей на бабки кидаешь? Как я кидаю вообще? Вы вообще разобрались в ситуации? Как я мог кидать кого? Как? Вы что вам вообще сказал сын ваш? Каким образом я кинул его на деньги? Я слышал, как он, блядь, тебе деньги переводил. Ну как вы слышали? Я обманул, баб, не верь ему! Вот он говорит, ты его наебал, блядь. Я вообще, ну, во-первых, прекратите материться, это не культурно. Я с вами нормально разговариваю, правильно? А вы материтесь со мной. И, во-вторых, он перечислил деньги вообще на другой номер. Я вообще деньги не получал. Ты хули, ебаный ютубер, блядь, детей обманываешь? Я не знаю, вы с чего взяли? Вы ролик видели мой? Откуда конечно, вы видел, вы блядь. Знаете, что я ютубер, да, получается? Конечно. Ну, значит, вы должны были видеть, что я даже ролик назвал. Грифер скинул 50 тысяч, там, не на тот номер. Там надо... Я проверил, блядь, тебе все ушло. А как вы можете проверить мой номер? У меня есть знакомые в банке, блядь. А как вы вообще мой номер телефона сотового узнали, мне вот интересно? Вы где-то... Где вы... Вы кто вообще? Ребенок сказал, блядь. Откуда он знает вообще? Мне вы врете мне, вы как-то... Вы мою частную жизнь вламываете. Знаю я! Я вообще... Вы вот не разобрались ситуации, а с меня требуете... С какую сумму вы с меня требуете? 50 тысяч. 50 тысяч рублей. То есть ту, которую он якобы перевел мне. Да. Вообще ничего не... Как вам доказать, что это не я? Где сын ваш? Сын, ты чё врёшь-то там ему? Ты зачем отцу своему врёшь? Зачем ты ставишь меня в такое неловкое положение? Не вру я, не верь пап ему, я ему деньги скидывал.
Охренеть, ты издеваешь, что ли? Ты сам перечислил 50 штук не на тот счет, а мне сейчас твой отец спустя аж месяц. Спустя месяц. Вы почему так долго? А почему мы до этого не писали мне? Я только узнал, блядь. У меня с карточки пропали деньги. Ну, вы же тогда еще кричали на видео, что... А сейчас вы говорите, что якобы вы только что узнали. Вы меня обманываете, получается? Или почему? Кто тебя, блядь, не обманывает? Ну, и я вас... Я не собираюсь тут с тобой, блядь, выяснять отношения. Ну что? Чтоб бабки назад, блядь, перечислил. А что вы предлагаете? Ну, у меня нет таких денег, потому что я... Если бы я их получил, смотрите, я бы вам их обратно перевел, правильно? А я их не... Я тебя, блядь, везде найду, понял? Зачем меня искать-то? Вы и так мне все не звоните. Я тебе сказал, блядь. Вы живи, мне... блядь, и бойся. Вы мне и так уже звонили. Как... Зачем вы мне угрожаете? Я оглядываюсь тебе по сторонам. Зачем вы мне угрожаете вообще? Это вы что делаете-то? Где ваш сын? Надо... Получишь ты, блядь, пиздюлей, блядь. Я не обманывал вас, как вам еще раз доказать? Я вообще вас не обманывал. Я может, на вашей стороне, но я вас не обманывал. Короче, ладно, все, давай, живи, блядь, и бойся. Охренеть. Вы что делаете-то? Охренеть. Я тебя предупредил. Не, ну я буду писать заявление в полицию, если мне вы так угрожаете. Пиши куда хочешь, блядь. Ну а какого хрена вы себя так ведете? Вон вам звонят уже. Я не буду возвращать 50 тысяч рублей, я их не брал. Видит, куда ты денешься, блядь? Видит Бог, я ничего не брал у вас. Вы вообще неправильно разговариваете со мной. Сразу предъявлять начал. Брал он! Я ему перекидывал 50 тысяч! Не брал я, ты гонишь своему отцу. Не, вы мне звонили сегодня? Не звоните мне, пожалуйста, больше на номер телефона, иначе я буду писать заявление, чтобы вас привлекли. Больше не звоните. Мне пизда пришла, я тебе сказал, блядь. Вы что, за 50 тысяч рублей так готовы? Конечно, я, блядь, целый месяц работал за эти 50 тысяч, блядь. Ну... А он, блядь, тебе перекидывает, наебываешь, блядь, детей. Я рад бы вам вернуть их, но я же не брал. Все, ладно, давай, живи, блядь, и бойся. Охренеть, они еще и трубку сбросили. Сейчас, погодите, ребят. Я сейчас маленько в шоке, сейчас, секунду. Ребят, я вообще в шоке небольшом, потому что... Со мной так еще никто не разговаривал, а то, что отец мне еще... Мне сегодня не звонили на номер, он мне звонил на номер с неизвестного телефона какого-то. Видимо, он где-то работает, в структурах каких-то, беспределит. И еще сейчас мне таким тоном угрожает. Вообще охренеть, я 50 тысяч вообще не брал. Если бы я брал, я бы вернул, серьезно говорю. Мне чужие деньги не нужны. Я не вор какой-то или что-то еще. Я бы вернул, еще бы тогда вернул. Я в шоке вообще. Я специально взял камеру сейчас, хочу снять именно такую обстановку. У меня аж маленько голос дрожащий, потому что я не знаю, что делать, мне человек угрожал. Но у меня, по крайней мере, есть подписчики, у меня есть ролик, где я все это... Смотрите, еще раз показываю. Вот у меня здесь есть такой ролик, есть Грифер случайно задонатил 50 тысяч рублей. Посмотрите. Вот, этот ролик у меня есть на канале. Ну, ссылочку я оставлю в описании, если вы вдруг его не видели, потому что я думаю, что, скорее всего, вы увидели. Там Грифер случайно задонатил 50 тысяч рублей в Майнкрафт. Задонатил он их на вебмане, причем не на тот вебмане, который он хотел, не на свой. Но это не мой вебмане. Я бы не взял таких денег, я бы вернул. Это точно не мой вебмане. Отец мне сейчас угрожает, звонит. Я как-то раз уже в суде маме Грифера проигрывал 40 тысяч рублей. Посмотрите, у меня тоже есть ролик, где я в суде маме Грифера проигрывал 40 тысяч рублей. Я больше никаких денег отдавать не буду. Куда? 50 тысяч с меня требуют, причем за то, что я не совершал. Поэтому, ребята, давайте как-то поддержим, поставим лайки, чтобы, если что, правоохранительные органы знали, что этот ролик смотрели и ставили лайки, и есть свидетели, доказательства, и пока не знаю, что делать, потому что он мне звонил, я думаю, он так это не оставит, он меня будет искать, не знаю, на самом деле страшновато. В общем, ребята, ставим лайки, не знаю, маленько, что делать, расстроен. Так вот со мной еще не поступали никогда. Я вообще не брал деньги, а с меня 50 тысяч так отец требует борза, так грубо и матерится. Мне маленько это страшновато, ребят. Ставим лайки, спасибо вообще за все, за поддержку. И ждите новых роликов, наверное, если там у меня проблем в жизни не будет. Спасибо, ребят, пока.
Я должен рассказать о самом главном, что можно получить у нас на сервере. А на сервере у нас можно получить админку, владельца, все что угодно, абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно зайти всего лишь на сервер и играть. Играть. Подойти к этому чуваку, посмотреть, у него написано «Пропишите команду free». То есть вы элементарно приходите сюда, пишите «free», то есть бесплатно, да? Смотрим, такая табличка у вас появляется, бесплатный донат. И вы начинаете смотреть, есть донат за время, а есть донат за убийство. И вы смотрите, каким удобным способом вы хотите получить донат. Либо вы получите VIP-премиум, креатив, админ, суперадмин, основатель. Если вы будете просто убивать людей, смотрите, чтобы получить ключ, нужно убить 20 игроков. Убейте еще 20 игроков и получите ключ. Открывайте его, и у вас есть возможность получить то, что здесь написано. Или же у вас есть возможность также, прописав команду free, отыграть время определенное на сервере и получить VIP, админку, основатель и даже самую крутую привилегию. Посмотрите на это. Все это мы сделали специально для вас. Наша разработка, чтобы вы смогли бесплатно у нас играть и еще раз играть и получать привилегии, чтобы ваши часы, они не уходили в никуда, чтобы вы играли заслуженно, получали привилегии. Поэтому все сделано для вас, это наша технология, наша разработка, таких вы мало где найдете. Поэтому заходите, смотрите, кто-то эффектов накидал. Ссылка в описании ролика и используйте наши крутые бафферы, которые могут прокачать вас абсолютно крутым игроком. Все, всех жду, я пью в описании, ребята, всех жду обязательно. Давай.